Я дал тебе третий уровень доступа. Так, отправляйся в комнату охраны и по камерам наблюдай за серверной. К сожалению, Мелани сейчас там. Когда я выпровожу ее... Всем привет, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4 Black Flag. Но мне не твой черед. Я бы сам почистил серваки, но как глава IT стану подозреваемым. Это сделает тот, кого уже заперли. Тамплиеры. Знаешь, что они правят нами? Решают исход выборов, контролируют рынки, вживляют нам микрочипы для слежки. И чтень. Ладно, слушай, я вхожу в серверную. Как только мы уйдем, иди туда. Так, давайте лучше с кого мыши, это у меня сошло, сейчас с ума тут. А, подожди. Наверное, вот так. Так. Стой. Давайте вот так вот сделаем. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Во, все. Присутствие здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон. Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Пусть они и не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Ну, майте облачный сервер. Так, оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Сходишь с матом у меня, я понять не могу. Что ты у меня с ума сходишь? Ты же калибр. Да, я понял. Так. Я тебя понял.
Значит, мы рыцарем. Знакомая штука. О, да, это хардкор уже пошел. Блин. Тут надо быстренько. Блин, ладно. Да черт, я говорю, надо быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Все. Соединение установлено. Ценный пособие по жестокой серии пиратов в Карибском море. И чё? А тут как бы видос имеется. Но он не выбирается у меня. Он у меня не выбирается. Скажи, почему? Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Подожди, не могу коснуться. У меня что, опять проблемы с субтитрами? Ага. Сигнал слишком слаб. И у меня мало сил. Нечеткость. Я словно туман. Белый шум, окутавший сеть. Эту нервную систему мира. Ты слышишь ее? Храм открыли слишком рано. Но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду. Отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю, мою. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты, завершить труд, чтобы это стало возможным. Что происходит? Отвечай! Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Исполните свое предназначение. Отвечай! Нет, нет, нет! Что-то не так! Проклятие! Она где-то здесь! Да! Должна быть в твоей проклятой голове! Черт, 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 черт! Пощадила тебя! Зачем ты здесь? Чё? В общем, я хотел, что это было. Ну, ладно, двигаемся. Дальше после этого.
Погоди, это и есть мой анимус? Будет поворот. Обвинение! Огласите их! Милорд! Суд Его Величества утверждает, что подсудимые Мэри Рид и Энн Бонни по злому умыслу в пиратской манере захватили и присвоили 7 рыболовных судов. Также, по мнению суда, подсудимые подстерегли в море, атаковали и захватили 2 торговых шлюпа, подвергнув жизни капитанов и команд смертельной опасности. Эдвард Джеймс Кеннелл появился на свет в Суонсе, в семье англичанина и валийки. В 18 женился на Кэролайн Скотт. Живут врозь. Говорят, она просто красавица, но со здоровьем беда. Только троньте ее, и я! Не ожидал найти вас в ямайской тюрьме среди этих подонков. По слухам, вы водили дружбу с пиратом Робертсом. Если знаете, где обсерватория, скажите нам, и сразу выйдете отсюда. Роджер сдерживает английских псов пока что. Но вот ваша участь, если не станете помогать. Вы, Мэри Рид и Энн Бонни, отправитесь из этого зала туда, откуда прибыли, и затем к месту казни через повешение, и будете висеть там до тех пор, пока не умрете! 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 А вздор! Да смилостивится Господь всемогущий над вашими жалкими душами! Мы беременны! Вы все слышали? Что она сказала? Просит отсрочку, милорд. Да, беременных ведь вешать нельзя, верно? Тихо! Тихо! Если ваше заявление правда, то казнь откладывается, но только до момента родов. Что ж, тогда я буду беременеть год за годом. Увести их! Да, неплохая ловка. Неплохая ложь. Как тебя зовут? Кенмор? Конвей? Он же Уолпол. Уолпол? С чего ты взял? Да слухи ходят. Он самый безрассудный пират во всей Вест-Индии. Кем бы он ни был, следи, чтобы он мучился, но не сдох. Это приказ. А на закате назад в тюрьмы. Может, ему еще массаж сделать? Боже. Ну и мерзавец. Эй! Чего его не вешали? Выпустите! Давно никого не вешали. Сказни, Рекхама. Эй! Тихо, ты! Воды! Тихо, ты! Приветствую вас, капитан. Подарок для вас. Только не обольщайтесь, я пришел за Энн и Мэри. Вы мне ничего не должны. Но если поможете мне, я обещаю вывести вас отсюда. Мне бы оружие. Мне говорили, вам они знакомы. Надо спешить. Проверяйте старых друзей в мысли. Каким образом? Вот повредить сигнальные колокола, это понятно. Холд! Иди сюда.
Alarm! Help me, damn it! Hold! Alarm! Alert! Help me, damn it! You! Just go down like a sack of potatoes. Grenade locked in! Какого хрена? Я жму Б. Ни хрена. Он тупит.
Okay, gotcha. Ну и что получается, а? Видать, у него неплохие друзья. Или деньги, как у Стида Боннета с Барбадоса. Не, не, его вздернули. О. Правда? Да. Пускал сопли пузырями, а потом без чувств хлопнулся. Ревел, как младенец. По делам ему. Колокола повредил. Так что значит проверить старых друзей? Вот это вот я не пойму. Так, вот здесь вот. Вот меня просто Грайана спалили. Каким образом? Слышь, тебе сражаться. Саблю. Вот чё ты тупишь, вот он возьму, нахмури. Он будет у тебя. Так, давайте-ка здесь тогда давно. Спортом. И пойдем далее. Все. Yeah, well, it sounds
Мэри? Это я, Эдвард. Эдвард? А это кто? Не бойся, Энн. Это друг. Что с Мэри? Ей плохо. А ребенок? Забрали. Не знаю, куда. Я знаю, что больно, но прошу, тише. Идти можешь? Обопрись на меня, идем. Не могу. Обыскать все. Идем, вот так. Все хорошо. Прошу. Я тебя не оставлю. Держись. Не выйдет. Здесь никого нет. Я тебя здесь не брошу. Чёрта с два. Оставь меня, Эдвард. Не хочу, чтобы ты погиб. Иди. Вот ведь плутовка. А, черт. Ты должна была пережить меня. Я исполнила долг. А ты? Без тебя я не смогу. Мэри! Я буду рядом. Всегда. Хорошо. Разойтись! Обыскать тут все углы! Каких старых людей? Где их проверили? Так, давай. Идем отсмотреть сюда. Побегаем, да что думаешь? Ну. Что случилось с Мэри? О, нет. Умерла? О, нет. О, Боже! Каков ваш план? У меня его нет.
Вы не заслужили, но... это ваше. Желаю удачи, Эдвард Конвей. Это кайпово. Как их старые друзья? Где их приедут? Ладно. Все, ребят, на этом мы с Андреем закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.